Всем привет, вы на канале Мега Покупки на Аукционах. Еще одна посылочка на продажу. Еще одна мега покупочка. Здесь, наверное, пачка, или может даже больше, две пачки. Смотрите, в конце даже есть ламинированные банкноты. Так, вот такие вот банкноты. На розыгрыше у нас будет сегодня три королевы. Одна, вторая, королева с обратной стороны, там, где номер спрятан, и третья. Так, пишем, как обычно, в чате премьеры три двузначных числа через запятую. Угадываем, какими числами заканчиваются номера этих трех банкнот. В конце посмотрим. Так, что-то они тут... Какой-то запах странный. Что воняет жутко хлоркой или белизной, не пойму. Странно. Ладно, поехали. Так, дешевое так вот сразу. Проскакиваю. Нет, что показывать, нет, что смотреть. Уже светили много раз. Колумбия, 1000 песо. Ну так, несколько долларов. Суринам. Один гульден, 1967. Кстати, редкий год. Кто коллекционирует, тот знает. Таких у нас на аукционе не встречал. Ну, может, несколько долларов будет стоить. Тринидад и Тобаго. Это тоже все дешевое. Что это за запах такой? Не могу понять. Тринидад и Тобаго 20 долларов. Вот, с королевой. Тринидад и Тобаго. Сохран красивый. О, это... Редкий экземплярчик. Это какие-то французские территории. Боуганвиль какой-то. 5 франков. Даже не знаю, что это за год. Где-то во времена войны, наверное. Или довоенные. Прикольно. Это у нас Восточные Карибы, британская колония, Каймановые острова, и это так воняет, слушайте, они, по-моему, мытые, точно, какой-то хлоркой или чем, отбеливателем. Ну, эти вроде бы нормальные были, не все, я смотрю. Значит, мытые. И это такое ощущение, что... Хотя не слишком на белое. Багамы 1 доллар. '74 год. Где-то около 5 долларов. Это тоже где-то так. В таком состоянии. Лучше, но дороже стоит. Вот, это красивое. Красивая, красивая, но она, походу, тоже мытая. Офигеть. Перегибы есть. Но видно, такая краска. Чуть-чуть. Как стертая. Куба, конвертированная в песо. 94 год. Тоже несколько долларов. Кстати. Да, вот эти. Это же надо было. В прошлый раз одна попалась, а здесь первый раз такая покупка, чтобы столько мытых банкнот были. Канада, 1 доллар. Канада, кому надо. Так, я напоминаю, вот эти три банкноты пишем двузначные числа. В конце будем разыгрывать.
Какими числами заканчиваются эти номера банкнот? Да, надо будет как-то их проветривать или что. Это же вообще капец. Ну вот это чистенькая, новенькая. Без... Нет, перегиб есть один. Тоже, наверное, мытые. Жесть. Канада $5. О, это классно. Сохран хороший, без перегиба. Вот это точно не мытые. Так, какой-то год. 2002. Вообще, как лучше показывать банкноты? Как альбом я показываю или вот так вот кучей? Эти еще не разложил в альбом. Это тоже, походу, мытые. Да, надо будет разложить, как-то высушить, проветрить их. Дрючки есть. Австралия $2. Это 1 иена. 43 или 44 год. А это что? Корея. Банк Корея. 100 вон. Прикольно, не дал такой. Гонконг. $10. Саудовская Аравия. Саудовская Аравия 5 риалов. Надо его есть. Пакистан. Тоже более-менее современный. 2017 год, да. Современный Пакистан. Вот еще один современный Пакистан. 100 рупий. Вот номера подряд. 4 штучки. Сохран хороший. Еще с пачки новенький. О, вот эти видно какие. Смотрите, вот они. Это 100% мытые. Потертые какие. Так красивенькие, беленькие. Но здесь вмятин столько, что это капец. Да. Печально. Да, писала, что банкноты большинство в состоянии UNC. И вот как такому верить? Лучше бы он их не мыл. Я хоть бы видел, что покупаю, а так по фотографии не скажешь, что они мытые. Сингапур. $1. Сингапур $2. Серия корабли. Смотрите, это она 90-й год, это 92-й. Такие же, только цвет другой. Ну и по цене там не сильно отличается. Израиль. 5 шекель, 73. Ну эти вроде бы не мытые. Хоть что-то радует. Эти тоже. 10 шекелей, 73. Ну это не слишком дорогие. Так по несколько долларов. Ну, десятка, долларов 5. Может, даже и больше, 7. Ну, здесь хороший сохран. Перегибчики есть, ну. Или тоже мытые. Наверное, да. Не уверен, надо будет каждую перед продажей смотреть, высматривать. Чтобы в описании указать, мытые или нет. 20 шекелей.
50 шекелей. Тысяча шекелей. И 55-й год. 5 тоже шекелей. Вот здесь видно. Мытье на лицо. Краска. Такие белые. Эти самые. Краска как бы поотмывалась, постиралась и все. Но это редкое было. Так, Турция. Десять миллионов. Турция хоть не мытая. Так, дальше Африка у нас идет. Один рент. Маврикий. 10 рупий. О, это не мытое, это состояние красивое. Бомба. Маврикий 200 рупий. Тоже не мытое. О, это вообще зачет. Джекпот. 10 рупий. Королева. Класс. Долларов 15-20 будет стоить. Тебе где-то по 5 долларов. Маврики. Это дешевая. Португалия. Литва. 1 лит. 44. Чехословакия. 20 крон. 45-й, по-моему. Где-то долларов 5. Так, она мытая или нет? Скорее всего, да. Да, был перегиб. Вот, видно перегибчик. Такая беленькая, красивая. Да. 50 крон, 64-й. Бельгия, 1 франк, 1920. Вот это редкий экземплярчик. Где-то в таком состоянии за 5 долларов был последний продан. Бельгия, 20 франков, 56. Тоже мытые или нет? Ну, это относительно недорогая была. Франция. Ну вот, смотрите, видно разницу между мытыми и немытыми. Побледнело как. Все очень наглядно. Жалко. Зато это в отличном состоянии. Новенькое. Класс. Сто франков. Франция. Ирландия. Тоже походу мытые. Ирландия это по 5 долларов будет в таком состоянии. Вас вообще не пугают мытые банкноты? Ну, одно дело, когда покупаешь... О, эти красивые. Одно дело, когда покупаешь... Видишь, что покупаешь? Такую грязную, и ты для себя помыл, сделал красиво, это одно. Не переплачиваешь. А другое, когда думаешь, что она идеальная, покупаешь, она мытая. Но эти не мытые, это красивые. 10 тысяч. Финляндия, 5 марок, 63. Швеция, 5 крон. Целая пачка. Наверное, так пачкой выставлю. В унции не стоит... Доллара 4. Но здесь унции нету. Даже это XF перегиб есть.
Ну, а в таком состоянии very fine. Ну, каких-то, не знаю, доллар. Два максимум. То. В базарный день. И десятки, та же история. Но они хоть не мытые. Двадцатки чуть подороже идут. Двадцатка, походу, мытая. Вот это точно. И остальные, возможно, не знаю. Двадцатки по 2-3 доллара. И эти тоже. Десять крон, 43-й, 47-й. Эти не мытые. Видно, какие грязные. Ну, в таком состоянии тоже где-то по 2-3 доллара. 50 крон, Швеция. Тоже мытые. Есть перегибы. Вот один, два. Здесь краска видно даже. Не такая. И это мытые. 50 крон, 89-й. Исландия, 10 крон. Это вроде бы не мытые. Исландия, 50 крон. Вот такого образца будут где-то от 5 до 10 долларов в рунцевом состоянии. Там от номинала мало что зависит. Ну, 1000 будет 10 долларов, например. 1000 крон. Исландия. Это уже идет 28-й год. Эти подороже будут. Тоже мытые. Здесь надрыв есть. О, это вообще огонь. Здесь даже голова сливается с основным фоном. Так вымыли. Она должна быть поярче здесь краски. 28-й год, 10 крон. Ой, здесь тоже едва что заметно. Бледные такие. Ну так, в нормальном состоянии, скажем, в унцевом даже, не мытые, будут где-то до 30 долларов. Эти, ну 25-20. Ну а в таком уже посмотрим. 5 крон, 57-й. Долларов 10 где-то. 10 крон, 57-й. Это тоже до 10. 25-ка, ту же цену. Соточка, ту же цену. Но эти не мытые, походу. 1000. 61. До 10. О, здесь видно, какая бледная. Смотрите. Вымыли красиво. Чистенькая. Даже так издали перегибов не видно. Хотя они есть. А они здесь есть. Какие-то ночью такие. Даже через перчатки чувствуются как гладкие. Жесть. 100 шиллингов. Где-то 5 долларов. Это 5. Это мытые. 1000 шиллингов. 83. О, это вот где-то долларов 25-30. Так, и Британия осталась у нас. Посмотрим, что у нас здесь есть. Ну, эти тоже, походу, мытые. Вот это не мытые. Видно, какой цвет. Побледнели как. Здесь вот перегибы есть. Это без перегибов. Или по центру есть один, наверное. Ну, видно разница. Это белое и это белое. Это какая-то шершавая стала.
неестественные, помытые. Ну и здесь тоже видно. Смотрите, бледные какие. И такие яркие. Гернси 1 фунт до $5, эти все фунты где-то 3-4, максимум $5, этот подороже будет, это долларов 6, может 7 будет. Юбилейный, 95-й год. Это обычный джерси. Еще один джерси. Это будет подороже. Свыше 5. Эти до 5, эти свыше 5. Остров Мэн. 50 пенсил. Ну, тоже где-то от 5 до $10. Есть перегибы. Гибралтар. 20 фунтов стерлингов. Круто. 95-й год. Ай, тоже мытые. Видно, здесь краска нету. Такие белые пятна. Здесь еще так какое-то чернило. Расплылось. Да. И такое бывает. Ну что, ставки больше не принимаются. Давайте посмотрим, какие же у нас здесь номера. Итак, первое. 69. Второй. 32. И третий номер. 15. Поздравляю победителей лотереи. Так, и еще 3 банкноты французских заламинированных. Кстати, то есть тоже мытые. Помыли и заламинировали. Все по-честному. 1904 год. 20 франков. Это дорогая, такой оригинал не встречал. Ну, имею в виду не заламинированную. Не знаю, кому-то нужны. Будет это все на аукционе. Это тоже помыли и заламинировали. 918, 10 франков и 5 франков, 69. Вот такие вот банкноты. Ну что, буду их раскладывать. Сейчас разложу. Буду ждать, пока проветрится, чтобы запаха не было. И покажу, что получилось. Расскажу, сколько дней оно сохло. Ну, что вам сказать. Прошло 20 дней, запаха вообще нету. Первый день в комнате больше часа находиться невозможно было. Такая вонь хлоркой, что я вам не передам. Еще после этого комнату нужно проветривать. Через 2 недели еще немного было слышно. Через 3 недели, уже 20 дней, вообще ни одной банкноты, ни запаха, ничего, ни в комнате, ничего не слышно. Ну, как бы все отлично. Проветрились. Сейчас разложу в альбомчик, пофотографирую и на аукцион. Всем спасибо за внимание. До новых встреч. Пока-пока.